Это важно. Информация взята из открытых источников. 15 апреля 2022 года. Mail.ru. Китай заявил о подрыве политической основы отношений США и КНР из-за Тайваня. Визит американских конгрессменов на Тайвань подрывает политическую основу отношений США и КНР. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, передает РИА Новости. Эти действия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских комьюнике, серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе. Ранее делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань. Группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами Кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в азиатском регионе. В ответ Народно-освободительная армия Китая, НОАК, решила провести военное учение в районе Тайваня. Для проведения учений Народно-освободительная армия Китая направила к острову боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования.